приветствую. С вами Елена Литвиненко, актриса с опытом работы на радио и телевидении, нынче ведущая и тренер обучающего интернет-проекта, в котором я делюсь секретами мастерства общения, выступлений и харизмы голоса. Люди, которые очаровывают всех своей харизмой. И, как вы помните, харизма – это только инструмент для осуществления какой-то идеи, да? Которые умеют подвигнуть коллектив, последователей на воплощение какой-то своей цели, на своей идеи. И теперь, конечно же, давайте коснемся того, какими качествами, характеристиками обладает вот этот вот самый харизматический голос. Это не всегда именно голос, то есть не только голос, но и речь в том числе. Это, как правило, речь богатая. Богатая различными идиомами, фразеологизмами. У таких людей, как правило, богатый словарный запас. Вы вспомните, какое количество Иисус рассказал притч. То есть это какие-то метафоры, это какие-то сравнения, это постоянная какая-то такая вот интересная такая речь. Кроме того, голос. В этом голосе тоже должна быть сила. Это должен быть голос четкий, это должен быть голос приятного тембра. И люди, которые умеют притягивать к себе, может быть, неосознанно, а некоторые специально, осознанно воспитывают в себе, развивают в себе эти качества, они владеют такой красивой мелодикой речи. То есть интонации речи очень красноречивые. Бывает, что скажет одно, а интонацию заложит такую, что подразумевается на втором плане. Там речь, как правило, многоплановая. Подразумевается нечто совершенно другое. Темп речи постоянно меняется. Там, где что-то нужно сказать, такое внушительное, скажем так, то, что желательно запомнить, говорится более медленно. А есть какие-то вещи бытовые, либо вещи, которые такие устоявшиеся понятия, на которых не стоит задерживаться. Об этом можно говорить быстро. И всегда эта речь, голос, манера общения у таких людей достаточно энергичная. Энергетика причем всегда, как говорится, по месту, к месту, да? Энергетика бывает разная в зависимости от того, какой спич, от того, какая речь, от того, по какому поводу это произносится. Если это какой-то рассказ, повествование, то, естественно, что энергетика может быть достаточно спокойной. А если это речь страстная, к чему-либо призывающая, то, конечно, и энергетика у нее более сильная, посыл более яркий. Так вот, для того, чтобы стать более харизматичным человеком и притягивать к себе людей, и влиять на людей, естественно, что нужно себя развивать комплексно. И свое мышление, и свою, я бы сказала, пантомимику, да, то есть мимику лица, и в том числе следить за осанкой, за позой, за походкой, то есть за своим телом в движении. И, естественно, что добавляет немало харизматичности человеку его звучание, его речь, богатая как в звучании, так и в содержании.